Putin ganit mit ka.
Все отлично, согласись, да? Ну-ка, согласись, ну-ка, резко давай. Что ты можешь? Все. Ну как-то выяснилось, да, выяснилось. Вот это было, это нехорошо, ну не знаю, это самое бесконечное. Ну что ты хочешь сказать, не плати деньги ему вообще никогда, да. То есть плохо играет просто на всё, да. Ну вот это единственное самое. Да, нет, нет. Нет, если бы так он бы сказал, ну не платил, что да, ладно, да, понимаешь, но он же такой не говорит, как бы, да, там, или как бы, ну это я ничего не, нет, это я не про себя говорю, да. Все нормально. То есть ты получаешь какие-то услуги, смотри, я тебе что-то даю в пользование, например, инструмент, и ты за него платишь 1500 рублей, например, в день, в месяц, например, ну неважно. И ты, короче, меня задолжал, и что-то долго не платил, то так, то сяк. И как бы нехорошо получается, понимаешь, если мы договорились, как бы, да. Потом отношения начинаешь, ну, в смысле, что как будто, ну, ты же нормальный, мы же, я же, да. И в итоге, что, ты покрываешь свою слабость просто. Взял, заработал, отдал, все. Да, то есть не выигрывает никто от этого. И потом, кому ты можешь доверять, если везде будет ширли-мырли, и везде 20 интересных, и понятно почему, потому что, да, понимаю. Ну не так разве, ну. А тебе-то каково, как делать? Ну то же самое, какая нафиг разница? Друг, ну да, да. Что значит каково? Я жил в квартире, пользовался и как бы еще. Да. Ну да, оно острее думает. Острее думает. Мой что-то нет твой. А, ну ладно. А это что ли? Thank you.
получается тогда. Крюгер. Крюгер, да.
Яхайский. А все, мы это делаем, мы это круглые штучки там выставляем. Что такое? Все хорошо, у меня начинает начинать. Не хорошо играет. Пьем, с кофейником живем. Да, кстати, пробовали, да? Вкусно? Нравится? Нравится? Все ты пьешь. Уляусау, ляпьяуау, яуау. Бергюнде. Рук мерз, рук мерз, ног говорил, есть и надо. Сау, молоко, кишенька. Чё?
Не брогай. Как эта штука называется? Чтобы он играл ее всегда сам. Да. Ну вот это есть. Вот это и есть тот самый, да, играет. Вот это есть. Да, еле-еле играет еще. Так наоборот. Вот это вот самое, да. Так наоборот. Какой-то дом был самый. Что еще и лампочки это все. Да, он это присоединил, да. Вот на дороге. Вот типа этого, да. Я понял. Вот это не все надо. Ну, дорога, да, понимаешь. Это дополнительно, да. Чтобы уметь, надо уметься. Уметь это надо. Ты какую умеешь? Здорово. Ну вот наоборот, да. Здорово. Может, здорово сгиздорово. Сорзов ее. А где есть? Гачи бей. Ну вот наоборот, да наоборот, так вот это и есть тот самый, да наоборот. А почему он так не то самое понимаешь? Городской бюджет. Наоборот. Получается, вообще не умеха, понимаешь? Никто это сам не говорит даже.
Ладно. Ну ладно. И что дальше? Хорошо, так если дальше что? Ну. Ну, ну да, да, все это надо. Нарабатывать надо, жить надо, да. Опыт работы, если угодно, как угодно. Или учиться отдельно, а потом опыт работать. Как угодно. Да, да. Это не. Ну, значит, я не. То есть, ну просто не смиряться с тем, что это единственное в твоей жизни, что будет. Ты попытаешься перебить меня опять, да? Да, шутка такая же, да. Это единственное в твоей жизни, что от тебя зависит. Что это вот как бы все, больше считай, что все остальное просто швак, который этому мешает, по большому счету. Либо от этого получается, то есть жена получается, и качество твоей жизни с женой получается, насколько ты мужик, насколько ты да, делаешь в этот мир. Потому что женщине ничего от тебя не надо, кроме спокойствия. Правильно? Не согласны? Ну, ну, жене, которая, жена, типа, да. Ну не так, значит! Кроме спокойствия и беременности, или наоборот, в обратном порядке, да. Ну то есть, да, ну наоборот, значит, наоборот. Ну то есть как бы. Ну и чё? Ну вот он имеет в виду. Я тебя предупредил. Их всего лишь надо забеременеть, понимаешь? Потому что все, больше ничего, да. И все, и не портить, и все, да. И не слушать, потому что они не мужчины. Потому что они женские, у них и карма женские, и они и заинтересованы в том, чтобы тебе испортить жизнь, может быть. Ничего, ну это меня не касается. Это их проблема, по сути, нет. По сути, нет. Шутки уже просто так. Ну вот ничего не так, что ли? Просто вот я и говорю, больше все остальное это все просто дрянь и ложь. Понимаешь? И романтизм получается нормальный только тогда, когда ты сам себе разговаривал, когда ты мужик, понимаешь? Все, ну, как бы, может, мужик, там, как угодно. Когда ты мужская особь, которая не это, бабских дел не делает. Как объяснишь, что наоборот. Ну, ну, ну да, да, да. Не женоподобный. Даже не суть, что ты там, да. А ты только можешь быть только таким, только когда. Тогда, когда ты реализуешь себя, ну, типа, да, да, понимаю. Да. Вот и все, блин, да. И любая мымра сама на место встанет, как ты сказала, да, то есть как бы. И женщины начинают чувствовать, что они не мужчины, что как бы, да, что как бы, да, что их любят, в них любят, да, как бы они наоборот, что у них нет активности никакой, что она им не нужна, скажем так. И это неплохо, это, ну, понимает. Это имеется в виду, что просто они привыкли, потому что им с телевизора показывают всяких примеры активной Аллы Пугачевности или еще чего-то, и говорят, что это женственность просто, да. То есть и они сами, да, из нормальной семьи, то есть поэтому, ну, испорченное, конечно, это. Или наоборот, меня это не касается. То есть поэтому, да, а может это наоборот, а может и наоборот, черт их знает, меня это не касается. Мне вообще на это насрать, это вообще не, даже сути разговора не касается, по большому счету. Короче, что всем можно жить, понимаешь? Этот мир идеальный для всех.